Вы на канале магазина Strikeball Sport. Меня зовут Дмитрий, и это видеообзор на пулемет от компании АйКа МК-46. Это ручной пулемет натовского калибра 5.56 на 45, производство FN Herstal. Вариант пулемета Mini-Me SPV, разработанный для американских сил специальных операций. Комплект поставки состоит из пулемета, тактической ручки и короба для него. Ствольная коробка, сошки и скоба спускового крючка выполнены из стали. Приклад выполнен из ABS пластика. Все остальные детали выполнены из металлического сплава. Пулемет весит 6 кг 500 грамм вместе с коробом. В снаряженном виде добавляется еще примерно полкило. Длина его в сложенном виде 85 см, в разложенном виде 92 см. Длина внутреннего стволика 350 мм. А на внешнем стволе резьба 14-. Аккумулятор у пулемета размещается под цевьем, а разъем мини-томия. Короб пулемета темно-зеленого цвета, вмещает в себя 2400 шаров. Питание у короба от батареек типа 2А. Короб работает в двух режимах – автоподачи и подача шаров в момент выстрела. Довольно маленький объем двух батареек можно компенсировать заменой на более усиленный и прочный короб от Булгир. Вся их линейка у нас на сайте. Переходите по QR-коду. Пулемет, так же как и его одноклассники, имеет возможность питаться шарами не только от короба, но также от обычных магазинов М-серии. У пулемета камера HOPUP роторного типа. Для доступа регулировки камеры открываем крышку ствольной коробки и у основания стволика крутим колесико. Регулируем степень подкрутки шара. Внутри привода используется пулеметный гирбокс М249 с быстросъемной пружиной. По опыту использования считается одним из крепких в своем сегменте и ремонтопригодным. Ну а если понадобится протюнинговать его, то на нашем сайте представлен весь спектр алюминиевых фрезерованных запчастей. Цевьё самое адаптируемое для различного навесного оборудования, а именно на него можно установить фонарь, тактическую ручку и другое навесное оборудование. Также для установки прицельного оборудования на крышке ствольной коробки имеется рис-планка. Приклад имеет 5 режимов положения, а также упор для плеча. Переводчик режимов огня имеет 2 положения – режим предохранителя и режим автоматического огня. А теперь перейдем к хрону. Средняя скорость составляет 126 метров в секунду. При скорострельности 7 выстрелов в секунду. Прицельная дальность 40-45 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте. Всем пока!